Всем привет, наша любимая игра Родина, и она опять нас балует обновлением. Курортный сезон. За каждого обслуженного туриста мы получаем в два раза больше монет, опыта и репутации. Давайте поторопимся на курорт и посмотрим, насколько больше мы заработаем. Там меня ждут туристы. И очень ждут. Ну, кстати, у меня скоро закончится уровень. Может быть, таким образом. Жалко, конечно, что по подарку по одному, но деньги и опыт нам тоже очень даже нужны. Будем качать наш уровень и заканчивать уровень курорта. Скоро будет 20 уровень. Я не знаю, успею ли я сейчас во время видео. Наверное, таки нет. Ой, ну все сыпется, сыпется. Так, сколько мне осталось? Ну, еще много. В принципе, сейчас туристов мне не хватит. Ну, пару дней до конца этой акции. Я думаю, что я этот уровень все-таки закончу. Так, я не помню. Я должна была принести... А, принесла. Еще мне не хватает. Так, теперь давайте посмотрим, кого-то куда-нибудь отправим. И будем ждать наш опыт и подарки. Так. Все-таки, когда больше дают денег, это очень здорово. Так что не забрасываем игру, играем, улучшаем, строим. В общем, растем во всех смыслах. По уровню. Ой-ой-ой. Что-то везде требуется огурец. Все хотят огурца. Так, а что у нас тут? Один. Ну, один мало, но лучше, чем ничего. Конечно, сухариков у меня больше, чем надо. Я, конечно, когда увидела это обновление, подумала, что опять соберу топориков, но опыт и деньги – это тоже очень даже здорово. Так что у нас новое событие. И не забываем, еще у нас в магазине появился новый декор. Вот он, обновление, получается, знаки для зоопарка, берегите животных, дорожка, и вот такие вот красивые, кому надо, пожалуйста, приобретаем, не стесняемся. Я так думаю, что в принципе в этом видео я рассказала все, что хотела за обновление. Обновление у нас будет еще 5 дней и 7 часов, так что у нас... Нас всех можно поздравить с открытием курортного сезона. На этом все. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.